Глава района Андрей Дорошевский встретился с жителями улиц Партизанской и Первомайской станицы Северской. Главный вопрос – проблемы водоснабжения. С неба не прекращаясь лил дождь, а вот в домах жителей районного центра воды нет уже значительно долго. Из строя вышли сразу несколько скважин поселения. Что касается трех из них, то ожидаемо. Над проблемой давно работали, ведь срок эксплуатации этих скважин превысил 40 лет. Мы сделали техническое обследование позапрошлом году скважин. Три скважины мы точно знали, что они умрут. На них мы сделали проектную документацию и вступили в этом году в программу. Нам дали деньги. Дальше. Ввиду того, что были у нас обильные дожди, подтопления, две скважины, не у вас, там, где были скважины расположены. И затрудное пространство скважин обвалилось, обрушился столб, скважина ушла. Но это катаклизм произошел, чисто физически, мы не могли его предотвратить. В настоящее время эти скважины нами обследованы, и известно, что их нужно добурить. В настоящее время сделано два проекта. Да. Для тех, кто изъявил желание лично посмотреть на начавшиеся работы по бурению новых артезианских скважин, организуют поездку на объект. Ну а на время решения масштабной проблемы местные жители попросили рассмотреть вопрос подачи воды по графику. Чтобы каждый дом станицы на 2 часа получил, дайте нам помыться и постираться. А дальше это решение на тот период, пока вы решаете проблему. Проблему надо решить отдельно. Дайте нам воду. У нас 6 дней нет воды. Да, хотя бы по графику. Чтобы мы знали, когда. Не ночью. Не ночью, чтобы мы знали, когда. Мы постираем, помоемся. Параллельно продолжится и подвоз воды по заявкам жителей. Руководитель муниципалитета поблагодарил людей за проявленное терпение и уверил, что прилагаются все усилия для того, чтобы необходимые действия по обеспечению бесперебойного водоснабжения станицы были выполнены в максимально короткие сроки.